Пожалуй, ни для кого не секрет, что лучше учатся те школьники, которые много читают. В какой школе учат лучше всего? Теперь жители страны знают ответ на этот вопрос. В России составили рейтинг лучших образовательных учреждений. Кстати, практически на самой верхушке рейтинга оказалась и Чебоксарская школа. Лучшие школы России, рейтинги и мониторинги. Проект под таким названием запустили РИА Новости и Московский центр непрерывного математического образования. Поддержали инициативу Общественная палата и Миноборнауки России. В исследовании учитывали участие и победы школьников в олимпиадах и результаты ЕГЭ. И вот итог – 500 лучших образовательных учреждений страны. В числе самых-самых больше всего школ из Москвы и Петербурга. Однако отличились не только столицы. Так, на четвертом месте школы из Екатеринбурга, а на пятом – Новосибирска. А замыкает топ-25 Чебоксарский лицей номер 3. Среди 500 лучших оказались и другие школы Чувашии. Всего в рейтинг попали 12 учебных заведений республики. Правда, от общего числа школ региона отличившиеся составляют всего чуть более 2%.